Давай, ищи себе галоши. Пошли собаку искать. Не могу найти, убежала. Маргарита проверяет у Ксюши диктант. Мы открыли этот канал еще 2 года назад. Доброе утро, дети. Ксюша все, встала, сразу играть надо. Ксюша. Привет всем. Доброе утро, ребят. Ой, утро раннее. Утро раннее, в школу собираемся. Бонь, убери ты эту мышку сюда. Это. Ксюш, надо завтракать, а не играть. Пошли. Моя муж собирается сегодня в школу. 5 денёчков она посидела дома. И все. Но не грусти. Песенку помнишь? Как она поется? Ты что, дура? Ты что, дура? Но не грусти. Мама, ты другой мой рюкзак постирала? Другой? Нет, еще не постирала. Но скоро буду стирать. Ты хочешь с другим хочешь пойти? Угу. Почему? Ну давай, не расстраивайся. Что, дома хорошо, да? Лежать. Сегодня в школу дам вот такие палочки. Кукурузные. И вот такие вот чипсики. Такие вот. Ксюнечка, еще тут печенюшки остались. Палочки, они все равно мало кушают в школе. Всегда приносят еду обратно. Так, у Маргоши тут еще осталось. Ну что там рычишь, Бонни? У Маргоши остались вот такие вот еще вафельки. Тоже я положу немножко кукурузки. Кукурузных палочек. Бежит. Что? Что? Нельзя. А, там это грабелька. Бонни. Вот что там. Все. Ей нравится гасть вот эту грабельку. Опа! Ну покажи. Которым песочки копаться. Ей нравится ее грызть. Довольно. Играть хочет. У нас уже так прохладно. У нас уже утром очень прохладно. Ай, прохладненько утром у нас уже. У меня, кстати, сегодня горло болит. Болит начало. Чуть-чуть. Не дай бог, буду болеть еще. Горлышко заболело у меня теперь. После вас. Все, готовы? Все, давайте, пока. Ну, сегодня, в принципе, погодка хорошая. Дождика не будет. Так что, панамку не надо тебе? Удачи! Хорошей учебы, Маргарита и Ксюша. Пока детки в школе, мы поедем в магазин. Нужно купить Максу обувь, потому что погода у нас портится. На следующей неделе будут дожди, а у него нет такой обуви, чтобы не промокало. По-моему, у нас уже наступает осень. Заехали в школу, а Каролина забыла взять свою сумочку для спорта. Там у нее кроссовки и это... Форма спортивная. А вот и папа идет. Все, поехали. Так, мы приехали в магазин обуви. А вот такие вот, Лео. Маргоси. Вот такие вот нужны. Чтобы они были резиновые. Ой, с мячиками. Тебе с мячиками нравится? Какие номера есть? Ой, такие жесткие, ё-моё.
кондуру. Вот с лошадками. Да, но у тебя есть же. У тебя есть много для спорта. Давай, ищи себе галоши. Какие хочешь? С динозаврами, может, смотри. Смотри. Дино. Ну, они такие что-то прям вот внутри. Одна эта резина. Я думала, они немножко помягче будут. Но нет твоего размера. Померь вот это. Нормально? Да. Где пальчик? Там. Вот здесь, да, пальчик? Пальчик не дотрагивается до стеночки? Все, купили сапоги. Поехали. Сапожки резиновые, чтобы ты по лужам бегал спокойно. Да? Все, поехали. Заехали. Купили кебаб, потому что сегодня меня с утра дома нет, ничего не готовила, поэтому будем кушать кебаб. Ручка. Макс, Макс, лезь со стола, пожалуйста. Каролина с Максом. Такой вот хэппи мил будут кушать. Папа пошел за девчонками. Я сейчас только быстренько на стол накрою. И будем обедать. Что, ты тоже хочешь, да? Нет, тебе нельзя это. Бонь, вкусно пахнет. Привет. Нормально? Как в школу сходила? Соскучились по тебе? Нет? Так, все, достаем. А в чем у меня сегодня идти? У меня нет. Моих пойдешь? Тарелочку. А вот тарелка же. Я взяла все. Вот какой он. С курицей. Дай мне все это. А учителя должны... до 5 остаться. Почему? Они что-то должны сделать. Вот сегодня... А сегодня же нет в обед. Но Маргарита сегодня идет на тренировку, да? Значит, у Маргариты сегодня тренировочка. Что это такое? А, понятно, это рисовать надо. Все, давайте пообедаем. И папа на работу поедет. А что, сильно большие? Не осилили девчонки. Ну, потом на вечер оставь, подогреешь. Они, конечно, для детей очень большие. Я-то еле как съела. А вам так тем более тяжело. Я всегда еле-еле съедаю это. Ну, мне больше с лавашем нравится. И котик еще... Повесили уже кнопку. Кто это нависит на самом верху. И внизу три маленькие серебряные. И наверху золотая. В них удобно будет? Они, в принципе, легенькие, эти бутусы. До свидули. До свидули, дули-дули. Пока. Пошли собаку искать. Не могу найти, убежала. Опять она убежала. Шли там, прошли, нету вообще нигде. Вообще нигде нету. И она нигде не гавкает, понимаешь? Обычно она гавкает. Пошли. Пошли. Вон она бежит. Тихо, Макси, но. Пойдем быстрее сюда. Она не убежит, она не убежит. Ты что от нас убегаешь, а? Ты будешь на поводке гулять у нас, знаешь? Ей тут нравится. А мне не нравится, что она уходит. Мне тоже. Пошли. Бегать она, это она у нас вчера целый день на поводке только гуляла. Я ее наказала. И тут я ее отпустила на пару минут, и она уже убежала. Все, ее не отпускать больше. Наказано. Решаем математику. Маргарита много пропустила. Сколько тебя в школе не было? 4 дня? Тюнь, убавь, пожалуйста, песню, а то меня заблокируют. Да, вот это нужно закончить завтра уже. Все вот эти закончишь завтра, и все. Ну что, легче уже? Вспомнила? Ну да. Подзабыла за эти дни.
каникулы у нее были почти неделю. Маргарита проверяет у Ксюши диктант на немецком. И вот сколько у нее ошибок. Нужно еще раз потренироваться, чтобы она запомнила. Ребят, многие помнят, что у нас есть канал. Сестрички Let's Play называется. Здесь есть только 4 видео. Мы открыли этот канал еще 2 года назад. Успели снять только 4 видео. Потом, не знаю, девчонки перехотели, не хотели больше снимать. Вот. Ну и канал стоял у нас 2 года. Мы его не трогали до тех пор, пока не забыли, какой же там, какая вообще там почта и какой пароль. Представляете, мы не можем зайти на этот канал. Сейчас я зашла с другого канала сюда. Не помним даже, на какую почту мы зарегистрировали. Это у нас было на другом компьютере. Мы открывали этот канал. Этот компьютер уже давным-давно продали. Вот. Не можем мы зайти на этот канал. Здесь 21 тысяча подписчиков. Вот, 21 300. Вот, очень жаль. Пытались писать в поддержку Ютуба. Ну, в общем, они сказали, что они не имеют права, даже если это там наш канал, они не имеют права давать нам данные, электронную почту или что-то такое. В общем, поэтому я не знаю, что с этим каналом делать. Мы пробовали все возможности, пробовали все почты, какие у нас есть. Ни одна не подходит, поэтому я даже не знаю. Вот этот канал так и останется, и, наверное, мы откроем новый. Мы его никак не можем закрыть, потому что мы не можем в него зайти. Он есть, и все. Вот, в него никто не зайдет уже. Кроме не мы сами, не тем более кто-то другой. Потому что мы не знаем электронную почту. Представляете, 2 года назад видео. 19 апреля 2018 года. Последнее видео вышло, и все. После этого мы не снимали видео, не заходили туда. Компьютер продали, тот, на котором мы этот канал открыли. И все. И забыли. Нигде не записана почта. Хотя бы, если бы я вспомнила почту, я бы пароль нашла. Но не получается, ребята. Охота на комаров. Мы уже двоих. Двоих прибили. Ой! И там один вылетел, маленький комар. Да? Да. Теперь спите спокойно. Мам, даже у Ксюши паука нашли. Самого большого. Угу. Ложимся спать. Завтрак во сколько вам? 8:20, да? Все. Спорта. Завтра, по-моему, я с вами пойду, потому что папе утром нужно по делам ехать рано утром, поэтому я вас отведу. Все, спим. Все, ложимся. Выключаем свет. Всем пока. 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 Спокойной ночи.